Мы все привязываемся к нашим питомцам, считая их полноправными членами семьи. Люди предают, завидуют и врут, а питомцы на это не способны, считают некоторые. И уж если кто и заслуживает сказочной жизни, то это именно они. Рассказываем, на что похожа сладкая жизнь самых богатых животных в мире. По праву одним из самых знаменитых котов является Шупит, питомец всемирно известного Карла Лагерфельда. Кошка дизайнера – это тоже почти торговая марка. Эту очаровательную блондинку вычесывают дважды в день. Она обожает играть сумками для шопинга, и у нее порядка 40 тысяч фолловеров в Твиттере. Ужин ей подают на серебряном блюде, а путешествует она в личном самолете. Лагерфельд признался, что давно вынашивает идею книги от лица своей любимицы, где она рассуждала бы о красоте, здоровье и диетах. Когда ее владелец в отъезде, Шупит всегда остается дома под присмотром служанки. Шупит заходит на кухню и садится перед мисками с едой. Ей не нравится есть с пола. Мы ставим перед ней три блюда с водой, закусками и для пате. Перед ней нужно выставить все, чтобы она могла выбрать, рассказывает дизайнер. Конкуренцию Шупит может составить Артур, питомец Элтона Джона. 13-летний кокер-спаниель был подарком певцу на 56-летие в 2003 году. Артур быстро стал лучшим другом знаменитости. Настолько близким, что даже играл роль шафера на свадьбе сэра Элтона. Ежегодно артист тратит на содержание собаки около 20 тысяч евро. Хотя такие затраты покажутся смешными итальянскому дизайнеру Донателли Версаче. На своего очаровательного Джек Рассела она тратит около 100 тысяч евро в год. Донателла назвала свою собаку в честь любимой актрисы Одри Хепберн. Дизайнер признается, что всегда одевает свою собаку так, чтобы та была в тренде. Ассистент Версаче регулярно делает собаке массаж маслами, чтобы поддерживать ее шерсть в порядке. Одри благодарит свою хозяйку, поддерживая статус стильной иконы с помощью своей собственной социальной сети. У наследницы Хилтон Пэрис не одна собака, но каждый из ее питомцев чувствует себя как настоящий король. Среди них померанский шпиц Принц и крошечная чихуахуа по имени Diamond Baby, на которую Пэрис потратила 8000 долларов. Питомцы живут в уменьшенной копии дома Пэрис. Двухэтажный кукольный особняк оснащен кондиционером, люстрами и отдельными комнатами. «Мы в ответе за того, кого приручаем», — гласит известное выражение. И некоторые подходят к этому вопросу чересчур основательно, не обращая внимания на то, что могут прослыть по меньшей мере чудаками.